Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать паденочку. Она немножко необычна за счет своего крыла, а так в основном никаких особенностей привязания нет. Как изготавливать крыло, у вас тоже можете посмотреть фильм, очень просто. Я взял, оторвал пару волосков с пера охотничьего фазана. Крючок я взял Тимка 200R. 14 номер, закрепляю в одном месте, подравниваю, сколько мне необходимо по длине, прихватываем, слегка поднимаем наши крылышки, слегка поднимаем наш хвостик, чтобы он красиво торчал во все стороны. Вот так. Здесь же я креплю для сегментации вот такой люрикс. И теперь приматываю весь материал к телу. Не дохожу до места крепления крылышек, остатки удаляю. Для изготовления я буду использовать синтетический даббинг Антрон. Я возьму щепоточку оливкового цвета, щепоточку светло-оливкового и, наверное, возьму еще немножечко песочного цвета, так как наша паденочка не бывает одним каким-то определенным цветом. Перемешиваю этот даббинг и креплю на нить. Наматывать даббинг мы будем методом веревочки, не создавая даббинговую нить. Я вот так сделал его жгутиком, прихватываю слегка на цевье и уже потом только лишь могу формировать нашу веревочку. И начинаем наматывать тело. Тело у нашей паденочки не такое уж и жирное, как у ручейника, поэтому создаем небольшую сегментацию, прокручивая наш даббинг. Доходим до места крепления крылышек и крепим нашу нить с даббингом. Если есть остатки, отрезаем. И теперь в обратном направлении я сегментирую своим голографическим красивым люрексом тело. Закрепили. Остатки отрезали. Я закрепил крылышко, которое изготовил из остатков пера. Вот приблизительно вот остаются такие вот у меня разные кусочки, которые не пригодны нигде. Я в одном из фильмов в интернете выкладывал уже, как изготовить за 5 минут любые крылья. Нарисовал вот такой шаблончик, приложил перо, обжег, подровнял края и закрепил. Я всегда стараюсь изготовить грудку, чтобы она была у меня более симпатичная. Для этого я можно изготавливать, можно не изготавливать, но я стараюсь всегда. Поэтому для нашей весняночки я взял пару бородочек пера павлина, слегка его заармирую нитью и закрепил перо, подобрал по величине, чтобы были у нас подлапки.
начинаем делать грудочку. Остатки отрезали. И теперь не сильно увлекаясь количеством бородок, так как у нас будет очень тяжелая тогда голова, делаем 2, 3, 4 оборота, как вам будет удобно. И возвращаем нашу нить. Обратно закрепим перо. Повторю, сильно большой ёршик делать нежелательно. Закрепили. И парочку сделаем накидных полуузлов. Вот так. Остатки отрезали. Как вы видите, не такое уж большое количество необходимо материалов для того, чтобы изготовить вот такую симпатичную нашу поденочку. Вот выглядит она так. Если по каким-либо причинам вам не устраивает, иногда я, допустим, изготавливал, срезал верх, подрезал ножки, оставлял только с краю. То есть дальше это рабочий вариант, тот, который будет ловить рыбу. Окраска крылышко самого, скажу сразу вам, не имеет большого значения. Рыба ловится практически на любые остатки вот такие перьев. Благодарю за внимание. До скорых встреч.